Все, чемоданы собрали. Охренеть, самолет у нас вообще битком, просто битком. Ну, видишь, грузовики какие маленькие. Мы по этой дороге приедем через неделю. Как выиграем. Смотри, здесь какой аэропорт, да? Максимальная скорость 90 км в час, масса 900 кг, смотри, тележка такая, да? 1,5 литра объем двигателя, мощность 18 лошадиных сил. Вот это тачки, да? Дем, ну что, в принципе, машину выбрали, вот эту возьмем. Доедем, как думаешь, на ней? 23 лошадиных силы. 85 километров, нормально. Всем привет! Начинается новая история. Я в Москве, точнее, мы в Москве. Приехали, значит, с сыном за тачкой. Культурную программу организуем. Пора, значит, передавать свои знания следующему поколению. Вот приехали, сейчас покажу, где шаурма в Москве вкусная, как договор заполнять. Ну, в общем, все вот эти моменты. Ну вот, Демид, с утра ты еще на уроках сидел в школе, да, в Новосибирске? Да. Вечером уже по Красной площади гуляешь? Да, сейчас, может, даже и есть буду вечером. В Новосибирске утром поел, а вечером и в Москве. Как Джеймс Бонд. Супер блюдо, да? Пап! Походное. Первая поездка на электробусе. Здесь и бизнес, во-первых. Во-вторых, значит, вот эта штука. Третий комнат. Терминал. Приехали, значит, смотреть первый раз автомобиль Subaru XV белого цвета. Продает хозяин, он второй по счету. Оригинал ПТС, там коцки есть, но не критичный. Ценник очень приятный. По-моему, там 12 тысяч штраф, да? Вот он, видите, набирает, нормально он на пороге набирает. Не, ну 1,6, конечно, маловато, да. Ну. Чувствуется, что не гонка, не гонка. Извините, тут кому, каждому свое. Если честно, я бы, конечно, вложился в нее и ездил бы дальше. Мы смотрели новую с ней, с женой такую. Блин, ну она стоит 3 миллиона, представляете? А, ну да, тут запрет получается. Да это вообще не проблема. Вы выставили так цену, из-за чего? Из-за того, чтобы... Не, ну вы же там не выставили, что у вас запрет стоит на регистрационное действие. Да это мы можем и сейчас пойти заплатить. Нет, так заплатить, а когда приставы, это такая система просто, что ее сейчас в ГАИ ни на учет не поставить, ничего, если у нее запрет на ней. И тем более у вас пристав, арест в другом городе, не здесь. Если вас все устраивает, да, вот 719 мы отдаем, тогда я просто не буду показывать все никому ее. Если не устраивает, то давайте договоримся как. Вы подумаете, может быть, нет? Посмотрим. По цене, ну давайте 715. Нет, мы не будем. Тогда покажем другим и все. Да я потому что у меня тоже денег не так много. Жена подумает, я вам скажу, 715, я как бы не против, если честно. Я готов пойти на это, ничего, жена. Короче, машина битая, крашеная, жена мешает переговорам, договоренностям, еще и запрет есть, так что не знаю, будем думать, будем смотреть еще. Приехали сейчас в крупный автосалон, будем смотреть авторынок Москвы сейчас в широкой массе. Вот смотри, сколько машин. Это все на продажу. Да, это все продаются. Вот Мерс. А, и с той стороны тоже. Ни хрена себе тут машин. О, Мерседес. Смотри, с той стороны. Я думал, тут пару рядочков. Как же нам... Это все на продажу? Я хотел нашего Субаря найти, так, самим посмотреть его сначала. А здесь уже парковка просто торгового центра, я так понимаю, плавно начинается. Ну ничего тут они стоят, вообще очень близко друг к другу. Смотри, вмятина вот такая ширина. Вот такой ширины? А, вот это? Ну блин, ну это не так уж и серьезно. А, ну хотя вот здесь тоже еще вмятина, да? Ржавчина.
Но без вмятины и без ржавчины такая, наверное, миллион стоит. Потому что она в максимальной комплектации, еще там кожаный салон, машина закрытая. 300 тысяч километров пробег у нее. Что тут за вмятина? Посмотрим. Тут вся бочина продранная. Капот, крыло, дверь. Зеркало тоже пострадало. Ё-моё, блин. Всё, поехали отсюда. Не будем смотреть, думаешь? Нет. Я такой ездить не буду, это позор. Позор? Типа да, дорогая машина, но она вся убита. Ну а сейчас смотрели, что там тоже косяки, там открываешь дверь, там ржавчина ползет. Или белая тебе больше понравилась? Белая больше понравилась. Черри Тига 2, 17-й год, автомат, передний привод, бензин. Так, ну вот, значит, немного разобрались. Тут QR-коды вот эти можно считывать, которые сверху на лобовике. Вот это Hyundai Solaris, 1 100 000 стоит. Вот он получается, 19-й год, 44 тысячи пробег, один хозяин. Ну тут состояние каноль-маноль, но, ну вот есть какие-то небольшие огрехи. Салон кожаный. Этот X-Trail, 14-й год, два хозяина, 145 тысяч пробег. Цена 1 295 000. Жесть. Просто жесть, ё-моё. 1 300 000. Состояние, конечно, тут такое нормальное. Все на силиконенное. Все машины с одним комплектом колес продаются. Ну хотя вот по колесам есть коцки. По дискам. Ну и так, конечно, если придраться, можно что-нибудь найти. Вот этот Субарик в полной комплектации с пробегом 300. 715. А целый уже плюс 300 тысяч. Nissan Qashqai 734 тысячи стоит. 9-й год, 112 тысяч пробег. Вариатор, полный привод, 2 литра. 734. Какие-то незначительные тут пока коцки видно. Тряпочная комплектация самая простая. Ну, это московская тема. Ржавчинка присутствует. Это Ford Fiesta 2018 года с пробегом 76 тысяч километров. 900 тысяч стоит. 900 тысяч стоит один хозяин. Тут вмятина присутствует. На роботе машина. Считываем QR-код. Ссылочка. И получается BMW 4 серия, АКПП 14 год. 4 хозяина, 112 тысяч километров. Ну и цена 1 790 000. Такая вот бэха. Первый раз Теслу увидели. Тут весь салон такой простенький, один с планшета, все. Это весь дизайн. Что у Hyundai новые дизайны вообще какие-то странные, да, стали? Что Sonata, что вот это, очень странно. Что-то, мне кажется, вряд ли к этому привыкнут когда-нибудь. Это у нас Cayenne 2007 года с пробегом 147 тысяч километров. 4,8, полный привод, оранжевый, 7 владельцев и цена 1 157 000 за такого вот красавца. Цвет не знаю, родной, не родной. Ну, скорее всего, не родной. Но смотрится красиво, конечно.
Вот этого Мерса хочешь посмотреть? Ага. Вот я такого с полным приводом за 1 000 000 полтора года назад хотел купить, уже переговоры вел, но CRV купил. ГЛА 17 года, пробег 56 тысяч, цена 2184. Два владельца. Ну тут, конечно, вообще все четко. Ну и цена четкая. При том, что это передний привод. А это, наверное, не продается? Ну да. Давай посмотрим. Да, не продается. Давай посмотрим, сколько стоит. Ну, такую, наверное, я покупать не буду. Ну, мы так поглазеть. Сколько? Смотри. 2,5 миллиона, крузак 2000 года, 186 тысяч километров, 4,2 дизель, полный привод, серый, 16 владельцев, ПТС. А что тут, я извиняюсь, что-то такое прям, что-то серьезное? 16 владельцев ПТС, но такие тут в состоянии, не сказал, что он как новый. Ну, 2,5 ляма. Ну только что вот эти лебедки все, да, багажники, припарковали его прям ювелирно. Здесь вот зазорчик присутствует. Для интереса вот эту 200-ку сейчас, мне кажется, 200-ка это стоит столько же. 4 владельца у него 15-го года, 4,6 мотор, 136 пробег, 350, ну конечно, да, побольше. При том, что здесь вот на бампере какие-то есть моменты, что то ли с баллона красили, то ли что. В общем, есть к чему придраться. Да и по ЛКП тоже. Шкода Кодиак 2,083,000. 18-й год, 98 тысяч пробег. 1,4 мотор, полный привод. Да, это такая реальность с этими новыми ценами. Новая реальность, тряпочный салон. 1,4 мотор и цена, да, за 2 ляма. Вау! Крутая! Салон вообще бомбезный, она пыльная. Заценили с Демидом электротрамвай. Вот такой вот. Останки. Конечно, при выходе не забывайте свои вещи. Ну зато идем, это Останкинская телебашня, это вообще историческая. Так, 2 раза уже прошли контроль. Уже документы все проверили. Смотри, да ветер сейчас какой, смотри, снизу и сверху. Посередине самый большой. А, это метры? Я думал, это этажи. Здесь видно хотя бы пол Москвы. Да, здесь почти все, наверное, видно. Видишь, земной шар, он круглый. Видишь, вот тут видно горизонт какой. Видишь, круглый. У нас сейчас самые красивые ночные виды, смотри. Как раз вечерняя Москва. Лето 1957 года. Смотри, какие машины ездили. Мы вышли на ветреную сторону. Тут наша зимняя одежда очень сильно пригодилась. Но вид, конечно, бомбезный просто. ВДНХ, это вот круговой обзор. Парк Сокольники, вот мы здесь мы гуляли сейчас, прикинь. Вон Измайловский парк. Площадь 3 вокзалов. Ну здесь 3 вокзала сразу, ЖД. Вот рядом еще Рижский вокзал, Красные ворота, Ленинградская. Жришки. Олимпийский, Царицыно, Кремль. Царицыно не так уж и недалеко от Кремля-то. Вот ГУМ. Мы крутимся? Мы крутимся, прикинь. Ну, когда я приезжала в Москву. Сейчас папа пошел покупать что-то. Уже не помню, что. Вот папина шапочка, вон тут по папиной шапочке. Вот такая шапочка комфортная, наверное, но не теплая. Вот они наши царские эклеры. Офигеть. Офигеть, вообще. О,
Рекордное отклонение верхней части башни 6 метров. А, он, наверное, не это, он не едет. Итак, ну что, мы находимся в Москве уже где-то дней 5. Культурная программа у нас идет своим чередом, каждый день куда-нибудь ездим. Но нужно делать дело. По машинам, значит, такая ситуация, что ценники реально, ну, либо такие же, как в Новосибии, все-таки хочется немножко купить поездку, либо даже дороже. Доходит уже до того, что в объявлениях выставляют машины, хвастаются, что купили их в Новосибирске. Там ЦРВ за 700 тысяч первый кузов. Ну, вообще, короче, пока что абсурд полный. Очень мало вариантов с запасом по цене и в более-менее адекватном состоянии. Субарик белый, который смотрели, блин, там было ДТП, вроде говорили, легкое, потом пробил по автотеке, там 400 тысяч выплат, куча и ходовку меняли, и даже недоделано, и уже все лезет, это вспучивается. Ну и, соответственно, автотека у него нечистая. Сиденье до дырки, просто до железа сиденье стертое. Не знаю, короче. И я еще в запрете машина, штраф. Ну, вроде из-за штрафов, но тем не менее, на данный момент она в запрете. Дема, пойдем на площадку, стоим. Надо прям брать машину, какая бы она ни была, просто торговаться и брать, потому что пора ехать.